Приветище, это FNAF 9, и мы продолжаем прохождение этой увлекательно страшной игрушки. Мы находимся в окроменном детском комплексе, где существуют вот такие страшные роботы под названием аниматроники. В данном контексте у нас с тобой Фредди, его зовут Фредди, это Мишка, замечательный Мишка, который нам помогает. А другие аниматроники, они злые, они плохие и ужасные. Значит, что у нас было в прошлой серии? Мы побывали на Roxy Racing, в комментариях написали, чтобы туда дальше пройти, погоняться и побороть Roxy, мне нужны когти Монти. А Монти у нас, соответственно, обитает в детском саду, посоветовали сходить в детсад. Вот я сюда вернулся. Пойдем через трубу спустимся, я думаю. Мы же сможем это сделать? Да, можем. Угроза безопасности, угроза безопасности! Вау-вау-вау-вау! Ага, понятно, это еще с прошлого раза, он нас ненавидит за то, что мы выключили свет. Окей. По поводу бластер, да, я сделал наконец-то прицел, вот она красная точечка, мне написали в комментариях, что надо залезть в настройки, я это сделал еще в прошлой серии, но у меня теперь она есть, тем не менее, так, сюда нам не надо, стой, блинский, попался, сейчас Монти прибежит, ёкарный бабай. Про принцессу квест мне сказали, что нужно пройти два оставшихся автомата. Но где же они находятся, про это мне никто не написал. Говорят, если я пройду принцессу Квин, я получу шикарную концовку. Хорошую, добрую. Но где найти оставшиеся автоматы, никто не написал. Либо я не увидел, не заметил, не знаю. Чё, кого, как? Блин, он меня спалил. Бежу! Ой, вокруг Ах, капец. Напоминаю, что в Монти стрелять бесполезно бластером, потому что у него есть очки. Поэтому как с ним бороться, я даже без понятия. Надо только от него щемиться и прятаться. Ладно, пошли по новой. А, подожди, давай я Фредди... Там же Фредди стоит. Давай я с Фредди просто зайду и все. Я его сейчас подзаряжу. У меня там чуть-чуть заряда. И меня вообще никто страшен не будет. Даже тот же самый Монти. Заряжаемся. Единственное, что меня бесит в этих бустерах зарядных, это то, что мы не с первого раза заряжаемся по полной. Вот сейчас вот нормально. Именно второй раз нас заряжает на фул. Все, погнали. В этот раз нам будет хорошо. Мы ушатаем Монти. А, и кстати говорят, что аниматроников до конца убить нельзя. Вот. Вроде как Монти мы сможем расчленить на две части. На ноги и на руки. А все остальные, они типа, хоть и сломанные, но будут за мной бегать. Так что посмотрим. Значит, в детском саду у меня было две зоны, куда я хотел попасть, но не мог, потому что не было пропуска. Сюда я точно не смогу зайти, потому что закрыто, там солнышко все позапирало. Значит, вот первая зона. Фаст-карт. Хотел сюда пройти, посмотреть, что здесь у нас. Так, наверное, с Фредди вылезу, чтобы батарейку не садить зря, потому что тут бустера зарядного я не видел нигде. Это где мы находимся? О, куча автоматов. Куча автоматов. Принцесса Квин. Точнее, не Квин, а квест. Почему Квин, не знаю. Почему я так... Квин. О, сумочка. Задание, сообщение... Не работает. Инвентаризация. Записи об игровом автомате PQ3 отсутствуют, но сам автомат стоит в углу Phaser Blaster. Он неисправен. Иногда я слышу, как он работает в демо-режиме, но изображения на экране нет. Все это ужасно жутко. Не буду его пока трогать. По крайней мере, пока не сыграю в первые две части. Сломанный автомат в Phaser Blaster стоит. И про две части. Скорее всего, в Phaser Blaster стоит принцесса квест. Надо будет туда сходить, проверить. Окей. Подарочки какие-нибудь тут есть спрятанные? Не, походу, облом. Че, все, что ли? Я понял, здесь мы завершили. Здесь мы завершили поиски. Ладно, идем тогда в другую часть. Идем в другую часть. Фредди, беги за мной, беги. Если что, я в тебя просто спрячусь. В туалетах я был. Я Монти так такового-то тут и не вижу. Здесь в основном только охранники бегают. И вот если они меня впалят, то Монти сразу же прибежит. А я вот его вообще не хочу здесь видеть. Злобного крокодила. Геныч. Я его Генычем звал, он потому что похож на крокодила Гена из Чебурашки. Так, достаем бластер. Только повернись ко мне, я тебе сразу бабах. Забегаем сюда. Что это? Кинотеатр. Шикарный. Я в киношечку пришел. Есть вот такая вот штука, чтобы отпугивать аниматроников. Точнее, не отпугивать, а запутать их. Сумочка лежит сейчас. Посмотрим, что в сумке. Ребята, роботы смотрят там кинцо.
А, я другой вещает. На, получай. Критикан получил достижение за то, что стрельнул в этого бота. Там какое-то сообщение нам дали. Журнал OBSL BBW. Журнал обслуживания. Игровой автомат BB World работает со сбоями. Посетители жалуются, что с течением времени он начинает глючить. Я отправилась в театр, чтобы починить его, но не обнаружила на месте. Запроса о его перемещении не было, поэтому он должен быть где-то поблизости. Попробую поискать его после планерки. Хм. Здесь должен быть какой-то игровой автомат. И, подожди, а где именно? Тут, в смысле, в кинотеатре или в детской комнате? Журнал OBSL, BBW должно быть, вот оно. Посетитель жалуется, что в течение времени он глючит. Я отправилась в театр. А, в театре? Он должен быть в театре. То есть здесь где-то. Это театр разве? Я думал, что это киноплощадка какая-нибудь, кинотеатр. Окей. Значит, второй этаж есть, балкончик. Мы еще туда попробуем пролезть. Ой-ой-ой. Аккуратно. Здесь явно вот этот подъем на балкон идет. Фонарик включим. А это что у нас? Это кафе. Тут, видимо, попкорнчиком можно запастись. Пойдем сходим сюда. Ну да. О, подзарядиться можно. Чудесно. Подарок, подарок. А здесь касса. Билетики можно купить. Но все закрыто, я ничего не куплю. А вот подарок, теперь надо тебе его достать. Только как? Он слишком высоко для меня. На мусорку взобраться? Давай попробуем. Я на мусорке. Теперь что? Сюда. О, сработало. Розовый бантик, наверное, Чики. Что-нибудь о Чики будет. Маска Фредди? Ого. Фига себе. Так, что мы здесь еще имеем? Пойдем ролету проверим, куда она нас выведет. Ролета. Но я сделаю, наверное, вот только вот так вот. Выходим. А, ну это действительно выход. Все понятно. Мы были на первом этаже, вон там в ролета зашли, а это второй этаж. Окей. Окей, окей, окей. Блин, как я обожаю бластер. Это просто нечто. Второй этаж. Здесь есть места для клиентов и сам прожектор, который показывает кинцо. Интересно, если я встану вот так вот, то есть загоражу прожектор, там все равно кинцо будут показывать? Ну да, вот я прыгаю без толку. Знаешь, как обычно в кинотеатрах, кто-то мимо прожектора проходит, и его башка вон там вот на большом экране отсвечивает. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты ж, блин, меня впальнули. Бежим отсюда, щемимся. Так. Я пока не слышу Монти, это очень хорошо. Он, походу, забил на нас большой зеленый хвост. Пробегаем. Черт, он... Ух! Пронесло. Спускаемся вниз. Так, а что еще-то здесь? Я вроде все части оббегал этого зала. Вот комната еще есть. Фу, спуск вниз, нифига себе. Смотри, это что за кода? Day Sayer Party Rooms. Это кода от комнат, что ли? Комната 11-10. Нифига себе. Мне надо запомнить эти коды или нет? Баллонс, yes. Какие-то шифры непонятные. Ладно, пойдем вниз, спустимся. Это что за комната такая? Так. То есть я, скорее всего, сейчас здесь могу найти автомат. Куча генератор. А, это не это генератор. Что-то как-то я себя неуютненько здесь чувствую. Сумочка. Оу, друганы, здоровенько. Это аниматроники без кожи, экзоскелеты. Там не экзоскелет, они как-то по-другому называются. Экзоскелет — это то, что помогает человеку. Ну, типа, как железный костюм у железного человека. Так, инструкция для лабиринта. Сначала переместите синий в угол, дальше разберетесь самостоятельно. Сначала переместите синий в угол. Инструкция для... Подожди, тут что, сейчас будет лабиринт какой-то? Вроде не похоже на лабиринт. Вроде спят все. Я могу спокойненько тут походить. Как бы я хотел прыгнуть в бассейн с этими шариками. Но обломись. Ты слишком поздно пришел в игровую площадку. Хотя это не игровая площадка, это закулисье театра. Может, я здесь найду автомат все-таки? Подар... А, я думал, это подарки, а это просто картонки. Рисуночки.
куча дверей. Ладно, пойдем по дверям пошастаем. Так. Это дверь. Учухали диван пиццы. Скоты. Свиноты. Ужас какой. А, это гримерка. Я в гримерке. Даже в личный туалет в гримерке есть, офигеть. Интересно, кто здесь? Кубок даже есть. Может, это гримерка Чики, потому что там... Или либо Чики, либо Рокси, потому что там ноготочки можно было подкрасить. Маникюрный наборчик лежал. Вот это вот что у нас? Комната непонятна. А, Фредди, наверное, потому что зеркало. Хотя Фредди не факт. И здесь тоже зеркало Фредди. Символика Фредди вообще встречается везде, даже на мусорке. Поэтому не факт, что это комната Фредди была. Точнее, гримерка. Гримерка Луны, возможно. Здесь будет что-нибудь интересное? Ой. Подождите. И тут запутаться можно. Еда, чистящие средства. Тут вроде бы все. Вот дверка, выхожу. Б1. Ага, мы сейчас попадем в подвальное помещение. Вроде бы как. Странно. А где игровой автомат? Может, в стиралку залезть получится? Можно сюда залезть? А, они тут, видимо, убирались. Стирались. Эти роботы. Значит, у нас есть два варианта. Пройти вот через эти двери. И все. Здесь я тоже был. Окей, идем через эти двери. Ого. Сколько картона. Лис. Интересно, а где лис? Я вот лиса не видел ни разу. Аниматроника, в смысле. Может, его того? Он плохо себя вел, его разобрали и переработали. О, сохранялка, сохранялка, сохранялка. Это очень хорошо. Это прям... И, ну, давай, вначале, конечно же, подарочек, а потом сохранимся. Что в подарке у нас? Ключ управления лабиринтом. Адреналинчик, задание обновлено. Сейчас давай почитаем, что там по заданию. Так, использовать панель управления лабиринтом, чтобы перестроить лабиринт и получить что-то там. Почему здесь не хватает букв? Где буквы? Получить, короче... По-моему, какую-то... Ай, пофиг. Потом узнаем, что получить. Сохраняемся. Сохранится, да? А где сам лабиринт-то, блин? Покажите мне лабиринт. Я его не вижу. Ух ты ж... А, вон туда можно пройти наверх. Стой, 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 ребятки. Ребятки, стоять. Так, а что если я вас постреляю просто? Ага. 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 Бежим. Бежим, 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 бежим. Я, походу, попал в западню. Зачем я сюда поднялся? Это была плохая идея. А, ну хотя я тут могу спрыгнуть. Нифига себе вас тут. А что-то вы все тут собрались? На кого это вы тут решили посмотреть? Ладно, допустим, вы сейчас сюда подниметесь. Я же могу спрыгнуть? Да, я думаю, что смогу. Тут нет невидимой стенки. Какой лабиринт? Какой лабиринт? Про чё шла речь? Так. Ладно, все, я спрыгиваю. И побежали мы с тобой отсюда. Так. Спокойно, ребята. Не преследуйте меня. Это плохая идея. Лабиринт, чтоб тебя. Какой лабиринт-то? Здесь можно что-нибудь... Может, генератор? А, нет, я у генераторов был. Так. Возможно, лабиринт в какой-то другой комнате находится. Тут пройти никак. Входим. Все, я здесь думаю, что все проверил. Нам тут больше делать нечего. Фредди, подойдешь ко мне? Фредди, ты где? Дай-ка я в тебя залезу. Поможешь мне отсюда выбраться, с этого детсада. Так, все, пошли. Пошли, пошли. О, кстати, оглушить. Вот я крикнул, но никого не оглушил. Странно. Какой-то беспонтовый крик Чики. Зачем я этот модуль ставил? Видимо, он работает только на аниматроников. На ботов, охранников он не работает. Все, мы тут все точно проверили. Это 100%. Больше в детсад я не вернусь. Знаешь, что я сейчас подумал? Я подумал, что надо залезть в мои штанишки, в мои шортики и посмотреть на эту ключ-карту. Так, инвентарь, где это? Вот, это, по-моему, она. Ключ управления лабиринтом. Мазерайс. А-а-а, Мазерайс нам нужен. Все ясно, это значит, нам надо подняться на...
какой-то третий этаж получается, да? Второй? Нет, третий. На первый этаж нам надо подняться. Прибыли. Теперь ищем лабиринт. Он, по-моему, вон там. Да, нам именно туда надо. Я-то думал, туда ваучер нужен, но поскольку у нас есть пропускной билет, ну, карта, ключ-карта лабиринта, то я думаю, нас туда без проблем пустят. Я надеюсь на это. Надеюсь. Бегу именно туда. Сейчас постреляем только в ботов. Бесячих. Бесячие боты. Блин, промахнулся. В глаза. Да вот я ему прям в глаза стрелял. Ну шу... Как? Ненавижу такие моменты вообще бесячие. Сейчас подзаряжу батареечку. На всякий пожар. Давай, заряжай. Фредди ждет с открытым ртом. И торчащими зубами. Отлично. Значит, вот моя карточка. Пропустите меня. Требуется предмет. У меня есть. Это я же правильно пришел? Mother Ice, да. Так, подожди, что у меня там в задании написано? Использовать панель управления лабиринтом, чтобы перестроить лабиринт. Так, ясно. Ключ-карта мне ничего не даст. По всей видимости, нужен какой-то предмет. Как выяснилось, билет на вечеринку всего один. Его можно потратить либо на Фазер Бластер, либо на Гольф Монти. Ну, как мы все знаем, я его спустил на бластер, и он у меня сейчас в руках. Поэтому мне теперь нужно думать башкой, как мне добраться до лабиринта, поскольку у меня нет карточки в лабиринт, и ваучера тоже нет. Эту карточку нужно найти. Карточка выглядит такая же, как и для боулинга. Там абонемент на год, помнишь, у меня был для боулинга? Вот то же самое для лабиринта должно быть, а может быть и нет. Ну, короче, что-то подобное. А для того, чтобы пойти в Рокси Рейсинг, мне нужен Фредди, как я выяснил. Он должен при помощи своего голоса активировать что-то. Так, Фредди, иди сюда. И я смогу здесь пройти. О, нифига себе. А что ты там делаешь? Я в тебе, интересно, смогу залезть? Нет, я залезть не смогу через решетку. Иди сюда. Как-нибудь пройди сюда. Блин, Фредди застрял. О, вылез. Так, Фредди. Короче, у нас же есть способность Чики орать. Вот, и она нам должна тут как-то что-то помочь. Есть тут датчики какие-нибудь? Как-то я не вижу здесь датчиков. А двери какие-нибудь ты видишь тут? Я вот нифига не вижу. Подожди, если я залезу сюда? А вот на что! Видал, да? Вот такие-то дела. Все, мы теперь прошли на гонки Рокси, наконец-таки. Пойдем возьмем суммарик. В сумке написано «Провал». Про что именно? Новости строительных работ. Каждый день возникает новая проблема. Мы заливаем новый участок трека, и как только он высыхает, то сразу покрывается трещинами. Мне кажется, что под нами проваливается грунт. Тут вообще производили оценку объекта, прежде чем давать добро на строительные работы? Я думаю, что нет. Вы просто фигачите и делаете трек, работяги. Фредди, подожди. У меня есть фонарик. Я, наверное, дальше без тебя пойду, Фред, окей? Ты же не переживаешь за это? Привет, я Рокси Вульф. Если тебя интересует хаос на высоких скоростях, то гонки Рокси для тебя. Ое. Это то, что нужно. Нифига себе, вот этот трек. Это не то, что та дорога, которую я видел ранее. Ух. А тут, кстати, ничего не спрятано от меня. Короче, в ту сторону я сбегал, там вообще пустота, зажопили подарки. Ни одного подарка вообще там не нашел. Я-то думал, может, что там заханырили, но нет, нифига. Спускаемся сейчас с тобой к треку. Может, тут что найдем? Ролеты? С тачками? О, тут по-любому тачки стоят. Вот есть вероятность, что здесь какие-нибудь подарки могут быть. Мы сейчас будем между боксами ходить, правильно же я понимаю? Ну, скорее всего, да. Вот подарок. Билетик в лабиринтик, пожалуйста. Билет на танцы! Это получается у меня билет на танцы вместо билета на лабиринты. Окей, значит, будем танцевать. Танцполить. Про лабиринт можно забыть, я так полагаю. Картинги. Четкие картинги. Да, откройся. Ларец. Ага, бустер вижу. Сейчас мы туда забежим. Папа. Подзарядим свою батарейку. Тут у нас что-нибудь спрятано? Подожди, это не подарок? Нет, это не подарок, это просто коробка лежит. Не суетись, спокойненько, ты во Фредди. Блин, какие классные карты, интересно, на каком я поеду? Какой дадут, на том и поеду, наверное. Вот на этом я, наверное, поеду, без колес, без мотора. На веселом духе помчусь.
Здесь заперто. Окей. Мы прошли все... О, сюда можно все равно зайти. Тоже картинги. А, ну так я тут, наверное, был. Еще картинги. Офигеть. Я думал, что я все боксы прошел, но нифигашеньки. Картов тут действительно дофигищи. А это что у нас? Сервисная, видимо. Вон там, вон там, вон там сумка лежит. Вот подарок. Подарок есть. Сейчас подберем. Улучшение для Фредди. Батареечка, может, подольше будет держаться. Принцесса Квест 2 не загружается. Не могу понять, почему. Автомат выключается, когда я пытаюсь сыграть. Будто у него ко мне лично неприязнь. Впрочем, неважно. Мне так и не удалось найти PQ1. PQ1 это Принцесса Квест 1, видимо. А я в какую играл часть? Принцесса Квест 2 или 1? Не помню. Надо будет ролик пересмотреть. Здесь я забрал. Сообщение прочитал. Боксы проверили. На тачке посмотрели. Пойдем шастать дальше. Надо бы Фредди подзарядить. И да, у нас появилась дополнительная ячейка для батарейки, по всей видимости. Так, бустер, бустер, бустер. Иду к тебе заряжаться. Отлично. Полная зарядочка. Теперь нам нужно пройти вон туда. Там что-то явно интересненькое будет. Ладно, Фредди, оставайся здесь. Я достаю свой крутой фонаридзе. Фонаридзе, который уже почти сел. Ладно. Батарейку не буду израсходовать так сильно. Сюда можно пройти. Только для чего? Одежку купить? А можно в магазин пройти? Вот тут вот вроде как дверь. У-у-у, отлично, я в магазин прошел. Здесь заперто. Куда это я могу? О, за стойку зашли. А за стойкой сумка еще одна. И подзарядка батареечки, фонарика. Чудесно. Почитаем. Чего? Слабость Рокси? Найти работающий карт, чтобы сбить Рокси. Ого, ого. Преследование машин. Рокси не пропускает ни единой гонки. У нее прям микросхемы плавятся. Так она ждет открытия гоночного трека. При каждом тестовом прогоне она постоянно путается под колесами. Если так будет продолжаться, трек не удастся починить никогда. Мне, кстати, в комментариях писали, что Рокси придется сбить картингом. Какой шлем классный, да? А, тут еще подарок спрятан. Удачненько его заметил. Так, значит, брелок Монти в космосе. Ага. Значит, Рокси мы будем сегодня сбивать. Окей, окей, окей. Тут все. Фонарик зарядили, все пучком. Бежим дальше. Ну, карты мы видели, где находятся. Они в боксах все стоят, поэтому... О, сохраниться можно. А вот это... Мне очень жаль. Похоже, тебе не хватает... Черт, почему субтитры пропадают так не вовремя, а? Короче... Вот черт, робот потерял голову. Это про что? Подожди. А, точно, вот же. У робота нет башки. Мне придется ехать самому или найти башку для робота? Подожди, вот тут еще тачка стоит. Да вообще, какой робот? Вы что? На картах надо самому кататься. Какой автопилот? К черту. Сейчас сохранимся. Здесь у нас что-нибудь спрятано? Нет? Ничего. Рокси уже здесь, я слышу прям ее голос. Ладно, окей, значит, нам нужно найти бошку этого робота. Где только она может быть спрятана? Как ты думаешь? Куда ее могли спрятать? Ну, может быть, на втором этаже где-нибудь? А может быть и здесь? А здесь нету случайно автомата Принцесса Квест 2? А? Нет, это банкоматы. Это электрические кары. Вот сюда еще могу зайти. О, здесь еще карты есть. Зарядка. Надо внимательно смотреть, а то можно и бошку пропустить. Я, конечно, не знаю, что там за башка, какого она размера. Она в шлеме, нет? Подарок. Какие стрёмные рисунки Монти и Рокси. Шарик Монти. Что у нас здесь? А, я целых две записки получил. Ну ладно. Так, нужны водители-тестеры. Запрос оборудования. У нас заканчиваются тестовые боты для гоночного трека. На данный момент у нас остался один бот-водитель. В целях безопасного хранения мы разместили его в дальней части трека рядом с северо-западной лестницей. В целях безопасного хранения мы разместили его в дальней части трека рядом с северо-западной лестницей. Окей. Значит, я где-то здесь брожу.
Новости строительных работ. У нас по-прежнему постоянно отключается электричество. Мне это надоело, поэтому я провела небольшое расследование. Похоже, на стройплощадке огромная утечка электроэнергии. Мы нашли высоковольтный кабель, который заходит прямо под фундамент. Под нами явно что-то есть. Мы собираемся пробуриться под фундамент и узнать, что там находится. Ой, ребятки, я бы этого не делал. Там явно какая-нибудь жуть. Северо-западная лестница. Где она, блин? Давай карту, короче, посмотрим. Значит, север, юг, запад, восток. Северо-западная, это получается вот эта лестница? Ага, мне надо вот сюда попасть. Значит, поднимаемся наверх, бежим в ту сторону и там по лесенкам спускаемся. Вроде бы как такой план пока что. Ох ты, нифига себе, бегаю такой, бегаю, тут Рокси стоит. Присяду-ка я, пожалуй. И фонарик выключу. Пока-то там нюхает что-то. Эй, пацан, блин, меня спалили. Бластер, 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 бах. Бежим, бежим, бежим. Где тут лесенка должна быть? Вот она, спуск вниз. Да, пробрались. Чудненько. Прям вообще чудненько. Щекардяцки, я бы сказал. Сколько тут контейнеров? Это я на трек вышел или нет? Нет, это еще не трек. Что тут может быть? А, так и по низу можно было тут пройти. Вот ты, блин, че я по лесенке бегал? Да, Василий Иванович Петрович Геннадьевич. Оп. Кажется, я где-то рядышком. Где-то здесь должен быть карт с башкой. Ну, с работающим ботом. Башка-то может быть. Еще запись. Это что? Ух ты ж, японский. Ты... А вот и башка, наверное, да? Ага, отлично. Напугал меня. Отличная работа, ты нашел голову бота-водителя. Не думаю, что она будет работать в таком состоянии, однако в западном зале игровых автоматов есть ремонтная станция для роботов. Чтобы попасть туда, тебе потребуется билет на танцы. А я его нашел, кстати. Ты проверил гаражи? Гоночный трек закрыли без предупреждения перед началом нового строительства. В таких экстренных ситуациях гости иногда забывают забрать какие-то свои вещи. Да я все уже проверил. Тут больше не залезть. Ага. Там все перекрыто. Давай еще здесь загляну на всякий. Мало ли, вдруг подарочек какой. Завалялся, нет. Пойдем тогда сейчас в эту дверь сходим. Staff only. О, о-хо-хо, о-хо-хо. Можно и навернуться тут в этой темноте, блин. Об ящики вниз кубрим. Сейчас узнаем, что тут написано. И идем на танцпол тогда получается. Так, старый лифт. Целых два сообщения. Сегодня мы пробурились под фундамент и нашли старую лифтовую шахту. Кто-то наверняка о ней знал. Так ведь? Что-то внизу вытягивает электричество. Я соберу команду, и утром мы спустимся туда, чтобы все разведать. Злосчастный победитель. Рокси снова за старое. Еще один безмозглый бот лишился головы, потому что она путалась под ногами на гоночном треке. Я устал каждый раз таскаться в западный зал игровых автоматов, чтобы... чинить этот хлам. Почему нет ремонтных станций поблизости? Но в этот раз я хотя бы нашла билет на танцы, поэтому не останусь наедине с закрытой дверью. Вот так вот. И походу билет на танцы-то я нашел вот этого охранника, или как, чинилы ботов. Скорее всего, это ее был. Вниз еще можно спуститься. Мне не страшно, мне не страшно. Но темно, капец, как. Жутковато, однако. Здесь ничего. Здесь когти Монти нужны. А без когти Монти тут, походу, и не пройти дальше туда. Что ж, выбираемся с этих аттракционов, кардингов, и идем на танцпол. Напоминаю, что танцпол у нас, вернее, лифт к нему, к танцполу, находится на третьем этаже. Там все... Ох, как все подвисает-то, блин. Прогружается тут, конечно, но так себе. Видно, что не... оптимизировали хорошо игру. Вон там вот танцпол находится. Вон туда нам нужно. Вон где написано рок. Вот она, фаст-карт. По-моему, нам сюда. Че, погнали? Задание обновлено. Отнести голову робота в комнату охраны. Окей, поехали. Рок-н-ролл, ямы. Кажется, приехали. Ого, ого-го. Ого-го. Прикольненько тут. Сохранимся и подзарядимся. Спасибо, Фредди, за фонарик. Но сейчас мне понадобится, походу, бластер. Блин, это кто? Подожди, это что за фигня? Нифига ж себе.
Вот это тут Кинг-Конг. Эй, йо, ты кто такой? Он спит? Он вообще живой? Электрощиток включить, возможно, будет, но чуть позже, видимо. Ясно. Жуткая тварина, конечно. Так, давай-ка мы в другую сторону сейчас сбегаем. А тут другой... Ну да, вон туда можно сбегать, вот сюда можно сбегать. Такие кольца, как будто туда запрыгнуть можно. Значит, это мы обошли вокруг. Ладно, пойдем пошаримся по тубзикам. По тубзикам, по тубзикам. Походим мы с тобой. Как показывает практика, в тубзиках может быть что-то спрятано. Но конкретно в этом случае здесь пустота. Сюда тогда зайдем. Писсуарчики. Туалетики. Ну, точнее, унитазики. Нифига нету. Обламентус. Почувствовал себя... Погоди, здесь я был, там я был. Почувствовал себя уборщиком туалетов. Может, тут принцесса квест есть? Хотя маловероятно, тут куча охранников, и они мне точно не дадут поиграть в принцессу квест. Тут бы ее не поставили. Это 100%. Так, ты к нам идешь? Постой, мальца, не дергайся. Вот тут что-нибудь есть где-нибудь? Подарок? Нет, тут, наверное, подарков нету тоже. А, нет, есть, смотри-ка, под лестницей спрятали. И я нашел игрушку Глэм Монти. Неплохо, неплохо. Интересно, если меня запалит, кто сюда прибежит? Тот здоровенный бот монстра? Либо кто-то другой? Так, еще одни автоматы. Однотипный. Тут тоже лесенка, да, по которой можно было сюда подняться, окей. Поднимаемся еще выше. Только вверх, только вверх. А где же починить-то бошку можно? Мне бы бошку починить и свалить отсюда. И размотать Рокси. И все, как бы мне больше ничего не надо. Мне от жизни надо мало. Так, куча автоматов. Понастроили здесь автоматов. Точнее, понаставили. Не поиграть и не обойти. Ах ты ж, блин, засмотрелся на автомат. Вот сейчас мы и выясним, кто за мной прибежит. Кто за мной прибежит? Да где ты появляешься-то? А, чекуля. Постой немножечко, так. Здесь ничего. Сколько тут автоматов-то, ебарсте. Серьезно? О, еще одна комната. Комната рок-н-ролла. Без микрофона. Под... Я здесь был? В смысле? Я здесь не был. Как это так? В смысле? Как? Как это тут подарок вскрыт? Кто-то вскрыл мой подарок. Слышь, охранник, мой подарок вскрыли. Давай разберись. Будь взрослым мальчиком. Вон тут проход есть. Куда? Да твою ж электронную бошку. Ладно, пойдем другие двери сейчас проверим. Здесь не пройти. Окей. Вот здесь вот что у нас. Здесь ремонтные работы. Короче, я бежал все комнаты, там нифига нету. Только вот заработал все неприятности. Давай бежим отсюда. Ух, тишина, спокойствие. Она сейчас сюда забежит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-нельзя. Нельзя-шень. Ёшки-матрешки. Вот тут вот может быть принцесса. Принцесса квест 2. Так, постой. Я, пожалуй, вот сюда забегу. Сохранение? Это надо. Давай-ка сохранимся. Черт, она сзади меня, походу. Я сохранился? А, она, вон она. Нельзя сюда. Это мы находимся у охранников. А, вот тут вот бошку починить, наверное, можно. Задание обновлено. Зловещий агрегат. Западный зал игровых автоматов не смог завершить работу в штатном порядке. Это могло привести к чему-то там. Прежде чем продолжить, перезапустите систему. Но ё-моё. Грегори, система безопасности знает, что ты здесь, поэтому она тебя изолировала. Сбрось выключатель и восстанови подачу питания в западном зале игровых автоматов. После этого ты сможешь отремонтировать голову бота. Чего, блин? Чё так сложно-то? Вечно в какую-то передрягу встряну. Чё, хоть почитать можно тут. Супер ведущий. Поздравляем вас с установкой нового и улучшенного диджея DJMM. DJMM позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении нескольких тысячелетий благодаря запатентованной методике под названием импровизация без роялти. Вы не встретите двух одинаковых песен. Сэкономьте целое состояние на уборке благодаря ряду подключаемых
трубок DJ MM может выполнять уборку между сетами. При необходимости вы можете активировать режим вышибалы. Внимание, режим вышибалы все еще находится в разработке. При включении режима вышибалы гарантия будет аннулирована. Да. Ну и нафига он мне тогда такой нужен, если гарантия будет аннулирована? DJ MM. Еще и трубки можно подключить, и он будет как пылесос уборку делать. Так, что мне здесь нужно сделать, значит? А то я немножечко зачитался. Я уже запутал. О, сколько тут голов-то? Сколько тут ботов, роботов? Тут ничего понажимать нельзя. Это не принцесса. Вроде тут все осмотрел. А зайти сюда можно? Нет, нельзя. По всей видимости, мне нужно теперь выйти. Так, давай задание посмотрю, подожди. Сейчас я задание гляну быстренько. Что мне там нужно? Перезагрузите западный зал игровых автоматов. Будка диджея. Будка диджея. Западный зал игровых автоматов. Это где? Так, север, юг, запад. То есть мне вот сюда, западный зал. Вот сюда мне нужно попасть, что ли? Ладно, сейчас разберемся. Что я сохранился? Так, еще автоматики. Автоматики, автоматики. Я же в правильном направлении иду. Сейчас, подожди, назад я сбегаю. Там, кстати, Чика рыдает. А как она рыдает, если у нее голосовой модуль сломан? Да, вроде бы я в правильном направлении бежал. Проверяем, смотрим автоматики, чтобы ничего не упустить. Принцесска. Я хочу пройти первую и вторую часть принцессы. Она тут есть? Все выключено, все сломано. Я думаю, если принцесска тут и есть, она будет гореть прям, ну, что она работает. Типа, сыграй в меня. Будет заманивать. Подожди-ка. А, показалось. О! Ну нет, в это не поиграть. Там какая-то зомби. Апокалипсисятина. Вот здесь еще автомат какой-то есть, но в него тоже не поиграть. Беги, автомат называется. И что же я здесь сейчас найду? Принцесса Квест 2! Наверное, Квест 2. А может быть и не 2. А, вот рубильник для перезапуска. Но подождите, я хочу в принцесску поиграть. Прежде чем. А прикинь, я в нее не могу поиграть. Принцесса Квест 2, точно. Видимо, мне нужно запустить питание. И только потом я смогу в нее поиграть. А запустить питание я не могу. Перезапустить. Короче, мне надо, по всей видимости, бежать к тому здоровому роботу, чтобы все перезапустить. Потому что я там видел переключатель вот такой вот. Я думаю, что... Ой, здесь тоже трубы есть. И провода из этих труб идут. Смотри, сколько тут проводов. Короче, я думаю, что когда я подойду туда и перезапущу систему, этот бот оживет и сделает мне а-то-та. Скажет, типа, какого фига ты сюда приперся? Я сейчас тебя из-за диджею. Может быть, это был диджей как раз-таки? Сейчас мы... Ой, блин. Сейчас мы узнаем. Бластер. Я вооружен и опасен, так что не подходите ко мне. Чунгачкуки. Роботизированные чунгачкуки. Получается, мне теперь обратно надо бежать. Опачки. Опачки. Чикули. Ники. Где ты бежишь-то? Постой. Не торопись, не суетись. Так, а как мне спуститься? Как я сюда поднялся? Как мне теперь спуститься? Вот лесенка. Я внизу. Это что за фигня? Какого лешего? Я что-то слышал прям... Монти! Фак. Вот Монти, я вообще не хочу. Не хочу, Монти. Отстань от меня. Отстань. Налево. Сохраниться никак, это прям печальная печаль. Так. Вон он, этот переключатель. Ну да, он похож, кстати, на диджея. Я только сейчас обратил внимание, что у него изо рта музыкальные такие нотки. Или это не нотки, это пузыри. И он в наушниках. Так. Я надеюсь, что это тот самый переключатель, который нам нужен. Да? О, точно. Питание возобновлено. А где он? Подожди. Я не понял. А куда диджей делся? Он так что тут сопли таскал. В смысле, текли у него сопли из носа и изо рта. Осталось 3 области для восстановления электропитания. Игровые автоматы.
И что-то еще. Три области надо восстановить. Вот этот поворот. Ну, игровые автоматы я знаю, где находятся. Я только что тут прибежал. Главное, чтобы тут... Ты видал? С Монти что-то не то. Он носится, как в жопу ужаленный. Чё-то я немножечко паникую. Как бы мне тут не попасться. Короче, я так предполагаю, что где-то внизу, видимо. Твою налево, ты что ж меня так пугаешь? Так, мне, видимо, ему не попадаться лучше. Какой он стрёмный паукан. Так, где? Может быть, переключатель? Где же? Он сверху где-то ползает. Прям очень очково. Так, переключатель, где же ты? Вот, еще один переключатель нашел. Так, активировал. Бежим. Осталось две области. Так, понятно, значит, это где-то внизу. Может быть, еще в туалетах где есть, а? Блин, ну в туалетах-то что, выключатели будут? А, нет, есть. Активировали. Какая милая игрушечка. Так, осталось еще один выключатель активировать. Ну, еще один, он наверху. О, наверху это тот самый... Воу-в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 оу. Это очень нехорошо. Это прям вообще нехорошо. Так, ладно, он сюда руку сует. Сует. Значит, я выхожу вот здесь вот. Бежим. Наверх. Я надеюсь, что тот выключатель, он последний. Там, кажется, кто-то бежал. Бежим. Твою мать, почему ты не включил нитро? Короче, пока не запустил всю диджейскую движуху, решил тут все обшарить и нашел последний переключатель. Он где-то здесь. Вот где он. На втором этаже, блин. Все. Я теперь понял, куда бежать. Я выяснил, где все переключатели. И сейчас мы по-быстренькому все замутим. Все по красоте. Ладно. Да бабушкины пирожки с крокодилами. Ну что, чудо-пауканище, диджей, блин. Кто ж тебе пауком-то сделал, а? Давай попробуем еще разок. В этот раз я подготовился. Нажимаем. Побежали. Под денсик. Под грустный дэнс бегу я. Ну хотя это не грустный, это веселый дэнс относительно. Значит, выключатель первый мы активируем. Надо было в уборную вначале забежать. Окей, значит здесь активировали, теперь в уборную. Силы-то кончились уже. Так, пофиг. Или не пофиг, давай все-таки в уборную вначале. Уборочка. Да это шел. Спидранер бежит. Готово. Ой, он с этой стороны теперь. И с той, и с этой. Убежал. О, не поймал. А я уже на втором ярусе, я уже здесь. Здесь я знаю, где этот автомат. Точнее, не автомат, а переключатель. Переключатель, он где-то здесь. Да блин, попал все-таки. Столько выстрелов пришлось сделать. Последний автомат. О, да. Задание обновлено. Сбросить последний выключатель в дальней части зала техобслуживания. Зловещий агрегат что-то там говорит, почти готово. Доступно обновление. Но теперь получается к последнему выключателю надо. Ну же, давай, выносливость, быстрее. Сейчас еще в принцессу поиграем. Я здесь. Главное, чтобы эта фигня вот тут не вылезла. Да! О-о-оу. Так, что, мне бежать надо? Ой-ой-ой-ой, бежим. Батюшки! Он в меня кидает. Ух, кажется, прошло. Это я как будто говорю, как будто какая-то болячка была, да? Прошло. И тишина, слава богу. И мы бошку починили вроде бы как. Нажать кнопку. Туда башка сейчас заедет? Что происходит? Но, видимо, чинит. Отличная работа. Отнеси отремонтированную голову назад на гонки, Рокси. Окей. Так, сейчас я сохранюсь. В принцессу пойдем поиграем. И, наверное, будем закругляться. Так,
Принцесска, принцесска. Пауканыч, он же отсюда ушел? Автоматы только поскидывал. Проскидывал. Так, автоматик. Вот он я. А что в него нельзя? А, можно поиграть. Принцесса квест. Так, Enter. Погнали. Вы живы. Это хорошо. Возьмите меч. Света сказал мне. У меня меч есть. Я драться могу теперь. Балдежно. Здесь ключик нужен. Окей, здесь заперто. Здесь еще двери есть. Ну, пойдем сходим сюда. Теперь у нас вместо... Блин, мы, походу, какую-то предысторию пропустили, да? Ну, ладно. Круто, что драться можем. Просто я не понимаю, откуда у меня меч взялся. Ну, допустим... О, меня кто-то сожрать хотел. А, убивая этих чуваков, я восполняю себе здоровье. Круто. Значит, здесь есть кто? Сундучок. О, как здорово, сердечко нашла. Не подходите ко мне. Всех истреблю, чтоб никто мне тут не мешался. Ой, сколько у вас тут? Это какие-то теневые Микки Маусы. Мрачные. Готово, со всеми разобрались. Здесь есть еще что-то? Ага, тут тоже можно пройти в дверку. Ну, сейчас, подожди. Я вот тут посмотрю. Тут у нас есть что-нибудь? Еще живой. Живой, живой. Ага, на ту сторону все, сейчас пройдем. Окей. Так, вот мне бы понять еще, какая это часть. Это первая часть или вторая? Не, первая часть, это мы, скорее всего, играли, когда она факелы поджигала. А это, возможно, вторая или первая. Кто ж их знает, нифига себе. Ничего себе, что тут. Оу. Блин, ударил меня разочек. Ай, 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 ай. Блинский. Я сердечко взял? Ой, 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 ой. Еще сердечко. Есть? Я вас тут всех поистребляю. Застрял, застрял. Сердечко. Ну, как бы нормально пока. Три сердца, неплохо. Пока держимся. Эта игра заставляет меня потеть больше, чем от ФНАФа самого. И в комментариях, кстати, писали, что эта игра аналог Зельды. Старой Зельды. Одной из первых, которая там на Nintendo выходила. 64 бита. Вроде бы как. Больше сердец нет. А, у меня фу. Я думаю, что это мне сердце не дают. О, сундучок еще. Я думал, там что-нибудь интересное будет, а там просто фул здоровья дали. Еще дверка. Привет. Вот этого надо первым делом ушатать. Сундук. Там что-то должно быть дельное. Факелы надо зажечь. Пока хорошо идем, слушай, бодрячком. Черт, вот это вот нехорошо. Зажигаем. Получил? Одноглазый. Все, здесь я всех истребил. И факелов больше нет. Я думал, тут с краю сверху будет еще факел, который зажечь. Но нет. Здесь не пройти. Понятно. Нужно что-то активировать. Вроде бы все факелы зажег. А, во, во. Теперь все стало на свои места. Я же говорил, последний факел где-то не зажег. Маленький ключ, он должен что-то открывать. Он открывает ту дверь, которую мы видели возле старика. Если нет, то прям печаль. Значит, еще одна дверка должна быть где-то... Все, все двери проверил, везде мы были. Переходим через мост, возвращаемся к дедуле. Дедуля... Подожди, вот эту штуку может? Нет, ничего нельзя сломать. Так, я еще могу вот сюда пройти. Для чего-то? Давай зайдем, посмотрим, что же тут. Что же тут? Ой, сколько у вас тут кроликов. Может, все-таки надо было в ту дверь вначале зайти? С ключом? Чтобы там что-то взять... А-а-а, смотри. Тут никак, дверь закрыта. Сундук. Снова со здоровьем. Значит, то здесь просто... Ну, подожди, мы еще сейчас зайдем в ту дверь, которая закрыта была. И, может быть, мы достанем что-то, что открывает каменные двери. Пойдем. Дед, ты что, не скажешь нам? Нет, он не хочет с нами болтать вообще. Чё за дед? Кто ж его знает? Какую-то последовательность определенно надо сделать. Смотри-ка. Прикольно. Забавно. Снова глазастики. Зажигаем факела. Черт подери. Здоровья мне кто-нибудь дайте. Опа, мимо. Мимо.
А здоровье-то есть, это хорошо. Черт, 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 с башки слезь. Негодник какой, а. А, вот она, это каменная дверь, которую мы видели в левой двери. Она вот сюда выходит. Ясно. Да черт подери. Ненавижу, когда кто-то отсасывает мозги. Кровопийцы. Да черт. Какие вы твариные сосущие-то, а. Так, готово. Что-то открыли. Пойдем посмотрим, что открыли. Или мостик. А, ну, наверное, вот эти двери. Угу, точно. Заходим. Не, это мы в другую локацию. А, нет, мы в ту же локацию попали. Ха, ха-ха. Ха-ха-ха-ха. А нафига мы сюда вернулись? Может, теперь другие каменные двери открылись? Сейчас я на всякий здесь еще прошвырнусь, посмотрю, все ли у нас тут огонь. Так, ну ладно, я, в принципе, могу тогда выйти здесь. Раз мы и там, и сям. О, вот, видишь? И дед куда-то пропал. Значит, красный. Вот тут вот сейчас начнется самое сложное. Красный делает двойника, и нам потом... Мы идем сюда, зажигаем. Потом сюда. Или нет? Сейчас будем разбираться. Так, двойник. Идем. Зажигаем. Потом вот так. Зажигаем. Потом возвращаемся. Надо пройти мимо. Вот так. Вот, да-да-да-да. Вот так вот чуть-чуть. Хе. А, это, наверное, надо сделать вот таким вот образом. Подожди. Тень зажигает это. Опа. Успел. А что началось-то? Что-то как крутит, вертит. Короче, я уже не знаю, я по-всякому переделал. Кто ж их поймет, что тут надо делать? Так, может быть? Или вот, может, вот так? Или вот так? О! Да ладно. Просто тыкал. А почему? Я же вот так выставлял уже, у меня двери не открылись. А сейчас они открылись. Какая-то фигня непонятная. Ладно, допустим. Поздравляем, вы выполнили задание. Время спать. Какой спать? А чё в сундуке? Дедуль, ты что? О, мрачная какая дверка. Так, ну, допустим, я к дедуле подойду или лучше к двери подойти. Я на кухне оказался? Палка о двух концах. Получено достижение. Типа все. Я, получается, прошел принцессу? Ну, как бы все, и мне ничего не дали. Она просто зашла в какую-то кабинку. Я не знаю, она как будто, знаешь, была разработчиком этой игры, эта принцесса. И она вдруг очутилась у себя в комнате. Короче, непонятно мне пока что вся эта история. Но, тем не менее, мы ее вроде бы как прошли. А на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить пальцы вверх. То есть лайки под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие серии по этой игре, на которой мы, собственно, и увидимся, и услышимся. Так что до встречи.